Как поставить книги на полку ровно, чтобы они не падали, или на столе, когда их некуда опереть, а складывать в стопочку совсем не хочется. Именно для таких случаев и были придуманы держатели для книг. Удобная и полезная вещь для книжной полки. К тому же является интересным декоративным элементом интерьера. Основная функция таких держателей – создавать упор для края книг, поддерживая их в вертикальном положении. Соответственно, форма и вес держателей должны не позволять им сдвигаться с места. Для изготовления таких ограничителей мы использовали металл. Правый и левый – одних моделей. Представляют собой симметричное отражение друг друга. Держатели для книг – отличный способ оригинально украсить интерьер с пользой. Все держатели вы сможете найти на нашем сайте и на маркетплейсах.